Глава города Чебоксары, председатель Чебоксарского городского собрания депутатов Олег Картунов провел прием граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Чувашской республике. На приеме присутствовали представители управления архитектуры и градостроительства, администрации города Чебоксары, администрации Ленинского и Московского районов, управления жилфондом, Центра занятости населения и Министерства труда и социальной защиты Чувашской республики. В ходе приема главе города обратились люди с самыми разными вопросами – материальной помощи земельного характера, а также улучшение жилищных условий. В их числе и просьба от Натальи Яркеевой об оказании поддержки инвалидам. Вот это строители 39, 4-й подъезд, вот именно по нашему адресу нет места для хранения инвалидной коляски. Вот я сегодня обратилась к коллеге Игоревичу, чтобы нам помог договориться с управляющей компанией о выделении мест для хранения инвалидной коляски под лестничным маршем. Помимо этого, также обсуждался вопрос реконструкции детских площадок. Олег Игоревич порекомендовал заявителям обратиться в администрации районов города для включения в программу формирования современной городской среды в рамках реализации указа главы Чувашской республики номер 139 от 27 ноября 2019 года. Глава столицы Чуваши рассмотрел все поступившие в ходе приема обращения. Заявители получили подробные разъяснения, а ряд обращений принято в дальнейшую работу. Татьяна Козлова, Юрий Гурьянов, «Жизнь столицы».